Банки для бизнеса. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской республике Александр Рыбаков собрал на одной площадке представителей бизнес-сообщества и кредитных учреждений, чтобы обсудить условия сотрудничества. Экономика России демонстрирует рост. Он мог бы быть еще более заметным, если бы предпринимательство проявляло большую активность. Не секрет, что развитие бизнеса сдерживает в первую очередь нехватка оборонных средств. На встрече говорили о финансовых механизмах, проблемах доступности банковских услуг, блокировке счетов. Участники обменялись мнениями по взаимодействию банков и предпринимателей. Последние считают, что сейчас довольно сложно получить кредит из-за высоких процентов. Они также предлагают сократить сроки рассмотрения заявок. Банки же, в свою очередь, считают, что предпринимателям стоит внимательнее работать с документацией. При этом стороны прекрасно понимают, что сотрудничество возможно лишь при неукоснительном соблюдении взаимных обязательств. Удачливый банкир в среднем менее умен и дальнозорок, чем удачливый предприниматель. И все-таки банкир практически господствует в обществе над предпринимателем, потому что у него в руках кредит. И сказал это в свое время Генри Форд. Нельзя не согласиться с этим выражением. Это на сегодняшний день, мне кажется, в определенном смысле характеризует нашу ситуацию в экономике страны.